Я думаю, что, может быть, этот спектакль, во-первых, надо было бы обязательно привести, потому что, ну, когда-то же надо радоваться жизни. Хоть в театре. Очень симпатичный. Его очень весело смотреть. Мы действительно в конце дня хорошо отдохнули. Возможность дать публике отключиться от кошмарной реальности, в которой она существует, и просто отдохнуть. Что мне кажется особенно удачным в этом спектакле, это то, что сыгран детектив. Ребята, на сцене сыграли детектив. Я этот детектив отлично знаю. Я вот походу забыла, кто звонил, я мучилась до конца спектакля. Кто же здесь позвонил-то? Сама по себе история, превращенная немножечко в комедию положений, да, она сыграна как интрига, за этим интересно, я не знаю, мне было интересно за этим наблюдать. Я следила за действием, не только за игрой, которая происходила у актеров. Впервые за долгое время, это все-таки по 250-300 спектаклей в год, увидел альтернативу «Бессмертному Пуни», которая ставится в совершенно пошлых вариантах по всей России и идет по 4-5 названий в одной афише. Здесь все-таки придуман прием развивается, прием дышит, живет. Серьезная попытка создания комического языка, не впадая в капустник, что очень часто, да, и не уходя в комедию положения в чистом виде, где все работает на репризе, от шутки к шутке, а не от ситуации к ситуации. Ситуация не комедийная, а шутки комедийные. Здесь есть эта попытка. Это я хотел сказать. Мы готовы. И также эмоционально. Ну что, дорогие мои, спасибо большое зрителям, я хочу сказать. Я хочу сказать спасибо. Я знаю, что залы были полные. Это очень важно. Правда ведь? Очень важно для нас, для артистов, выходящих на сцену, чтобы зритель был хорошим. И после первого же форс-мажорного концерта я понял, что, ну, тут так должно быть. Тут так будет. Такая, видимо, земля, такой город. Давайте поблагодарим зрителей. Спасибо вам, дорогие, за эту поддержку. Глазовский драматический театр «Удмуртская